Так, у нас там какая ситуация? Мы тут уезжаем, да? Практику, которую сегодня надо будет привести. Вы тогда после занятия подойдите. Там определенные вероятности, а вам просьба по статистике возьмете практику привести. Там записано. Да, все. И восприимчивость, опять у нас посчитана. Это вот. Ну, от нее функции грина зависит. Здесь будут следить.
Mūsų gynas ir jėžtos pinčios. Не его защищено, систему согласованной программы. Давайте рассматривать слоистую ферромагнитную систему. То есть у нас будет развлечение. Давайте для здесь как бы суммирование. Thank you.
Так, вот у нас перпендикулярно. Они одинаковые, то есть x, y, y, поскольку вращательная симметрия при специализации. А тут будет u пополам, да, u минус u пополам. Так, только со знаком. На его поделим. Вот получается первое уравнение состояния. Первый смысл. Первый звук. Давайте посмотрим, что даст. Ну, здесь тоже альфа z только надо ставить. Значит, здесь. Это пока альфа z ставим. Так. Ну, здесь очевидно тоже. Так, здесь z будет u и u пополам. И вот две перпендикулярные составляющие. Они могут возникнуть в этом смысле. Так. По идее надо писать для перпендикулярных составляющих. У нас тут есть, в принципе. Давайте напишем так. Да, для перпендикулярных составляющих. Первого не будет, а вот с что-то останется. Так, ну здесь остается у пополам интеграл. X. Вот перпендикулярно для этого X не будет составляющая. Каких не будет компонентов. Здесь остается. Одна перпендикулярная, ну скажем, x, это у меня y, да. Вот. А здесь будет, если расписать, поэтому здесь будет еще два. Последнее слабое понятно. И плюс.
делается исключительно для того, чтобы определить, вот здесь формально зависимость идет от этого, чтобы определить приравнение к соответствующим величинам. Так. Ну, для перпендикулярного и РЗ. Какие соотношения есть? Так, сейчас. Значит, а вот перпендикулярное можно показать, это соотношение интересно, тоже вот. Есть.
простой способ доказательства. Но есть более сложный. Давай я скажу. Значит, мы формально рассматриваем уравнение состояния людей. Так.
То есть для нас принципиально что играет больше. Соответствующий первому лице минус
h на n минус 0 равно f за c минус f за c плюс u пополам m в квадрате плюс здесь будет стоять разница функция. Давайте вычислим те функции грина, которые здесь возникают. Мы это уже вычисляли на прошлом занятии, да, было у нас в самом конце. Там находили. Значит, у нас так ответ был, какой я напомню вам.
Ну, здесь итерациями можно оценить. Скажем, это перпендикулярное из уравнения состояния, вот тут стерео, вот найдите там где. Там R перпендикулярный по структуре, что из этого составляет? Затравочное значение плюс какая-то добавка, зависящая от взаимодействия с фигмой фуктуации склона. Вот эту R перпендикулярную мы можем оценить в нулевом притяжении как отношение H к нулю. И это у нас пойдет вот сюда. Возникнут поправки более высокого порядка у степени двигателей, а влияние на движение по взаимодействию можно оценить только вот так. То есть вот это можно заменить дальше. Дальше. С этим выражением тоже можно заняться. Здесь давайте мы поделим помноженную сумму, то есть разность корней. А здесь будет стоять разность квадратов на их сумму, то есть это будет R. Да. Значит, если у нас отношение вот это вот к нулю стремится, да, то очевидно, что вот эта разница. Она будет мала, то есть порядка взаимодействия, да, то есть здесь вот 0 справа, так, а тут все члены, кроме этих, содержат кубы коэффициентов. Это взаимодействие, то есть мы можем написать. А у нас уже вот это взаимодействие вот здесь есть, вот здесь мы оцениваем разницу. Так. То есть вот эта величина порядкового. И здесь уже. То есть здесь получаются более высокие значит, поправки по константе взаимодействия. Поэтому можно вот эти три вещи слагаем. Здесь будут степени более высокие, чем линейный пол. И тогда в линейном полу приближения от всего останется следующее. Эта величина порядка у, но здесь не страшно, да, поскольку здесь никакого множителя нет. Минус у пополам на квадрат, минус у, 4π, h, это мы берем. То есть мы оценили.
популярный скрипчист. А этим слотлям приняли, потому что здесь все умножается, но ничего мало. Так. Ну, сейчас вот из этого соотношения все криптоиндексы, в принципе, получаются. Здесь удобство этого метода как раз в том, что никаких, по сути, громоздких вычислений не надо. То есть все оценки здесь достаточно просто делаются, так? Получив вот это простое уравнение, как в термодинамике, мы можем отсюда все показатели вытащить. Значит, рассматриваем ситуацию t меньше tc. Далее дальше я писал термодинамику. H у нас p0. Ну и h равно. Так. Значит, вот это выпадает, получается 0. Вот только эти два слова. Сейчас давайте получим индекс, связанный с поведением монотичности в магнитном поле. То есть m, h, единица на g, это ситуация, когда p равно c. Это вот из определения.
Ну, здесь смотрим, что у нас сохранится, какое. То есть мы в открытом уравнении опять прибегаем, так. Напишу еще раз, чтобы понять, какие слова это у нас. Значит, у нас будет H там. H здесь не равно нулю. Соответственно, это конечная величина. Заболевать мы не имеем права, конечно, раз. Да. Т равно ТС, вот это только функция температуры, вот это замылится. Это остается. Так. Здесь будет минус У. Вот эти вредили слагаемые в силу тех же соображений, что в предыдущем случае, поскольку это по взаимодействию по лицу. Итак, у нас вот только вот эта величина. Ну, здесь исходит из того, что в критической области отношение H к M мало, да? Это связано с необходимостью поперечного восприимчивости. Поскольку это у нас обратно, это стремится к бесконечности, это равно c. Соответственно, вот это будет стремиться к нулю. Поэтому в критической области у нас вот эта величина мала. И мы здесь смотрим на вот отбрасываем слагаемые, исходя из вот этого требования малости отношения HM. Здесь у нас HM в степени 1/2, а здесь в первой степени. Так, поэтому ясно, что надо ставить, если мы смотрим зависимость PM от H, вот эту штуку. То есть у нас получается квадрат минус 4. Ну и здесь важно, как, какой степенной закон связан M и H. Получается, тогда, что M 5/2 будет пропорционально H 1/2. Отсюда получается, что аналогичность будет вести себя как H равняется на 5. И отсюда мы получаем показатель дельта. Вот видите уже существенный момент, который нельзя получить, как мы скажем, в обычном среднем полевом подходе или в гауссовом отношении. То есть здесь уже как бы уравнение состояния критической области дает определенный результат. Ну а дальше, когда два критических индекса найдены, один связанный с температурным проведением, а другой с полевым критической области, оставшиеся индексы критические считаются с помощью соотношения гипотез и подобия. Ну, вам на термодинамике про них рассказывали. Да? Там говорили, да, что это страшно. Вот у них от внимания зависимых. Да. Можно определение зависимых величин, а остальные восстанавливаются. Значит, критический индекс это зависит от размерности и магнитного поля с показателем магнитного поля. Ну, у нас давайте другие возьмем. Слоистая система была ферромагнитная в трехмерной пространстве. Вот это 5 у нас, это 5. Если мы сюда все подставим, получается 2. Это у нас аномальная критическая размерность. Значит, она определяет
Да, надо. Там как раз вам задали. А сейчас я закончу. Так. Следующий это индекс у нас μ. Это корреляционный значительный индекс. Это есть бета. Ну, бета у нас посчитана, это одна вторая. То есть получается, что корреляционная длина ведет себя с приближением к критической температуре, как единица на фиксированном слое. Так, следующая величина. Следующая величина альфа, это типа емкость. Так, бета у нас посчитано, это 1/2, 5, 6. Так, ну вот здесь проблема, это, как сказать, теплоемкость очень плохо воспроизводится соотношением подобия удивления. Так. Значит, ее надо как-то отдельно всегда считать. То есть не надо лупать, потому что если вы два индекса нашли, подставили, получите. Вот согласно этому закону, у вас это не может быть. Так. Ну и наконец гамма. Ну, здесь все нормально. Это температура в зависимости от скрученности. Это вот это. Это известно в основном, что для нее всегда надо отдельно считать. Так, здесь в это подставляем все. 1/2, 5. Вот нереальный результат получился здесь. Означает, что их ведет себя как. Ну и действительно, вот из той работы, которую вот я цитировал, тут она есть, 1993 год, австралийский журнал «Пиаристики». Вот здесь именно такой закон мы получили. То есть здесь совпадение полное. Так, ну ладно, то есть вот. Так, давайте я вот это все отдаю, это. Так, на 10-й странице. Ну, в принципе, что, минимум-то прочитал все, то есть тут на неделю вот мы уезжаем, там вернемся, там, в принципе, все у нас как. Зачет как вам реализовать? Надо какое-то контрольное мероприятие? У нас в этом семестре вообще как бы курс-то не стоит. Мы скажи, ну то есть мы можем, конечно, можем организовать просто семинар. Ну тогда как бы смотрите, я могу просто организовать семинар, что поспрашивать вас или человек, если хотите, как бы. Ну, понятно, на что эта оценка влиять не будет. Как? Давайте. Ну, я из того, что у вас какой будет стимул подготовиться, что-то почитать. Как опыт показывает, если просто прочитать и все это оставить, оно так и канет ленту. А так, ну, мобилизуя, вы хоть прочитаете, как бы там, ну, вещи такие. Да. То есть, когда определимся ближе, я тогда скажу, что время и вас устраивало, и меня устраивало так, чтобы не было обратно. Но я какие-то общие буду требовать выводы, там, скажем, как там корфункции, это значит по теории, ну, по возмущению там расписываются, вот такие как бы общие как бы вещи. Там вот как восприимчивости связаны там, с, вот типа то же слово, это что такое, ну вот такие вещи там. А, ну вот всякие индексы там, как альфа, бета, гамма, с чем они связаны, там соотношение подобия для них. Вот такие вот вещи. То, что, в принципе, знать, как по идее надо. Понятно,
Вы потом забудете, но все равно, когда вы один раз как-то подучили все это, оно уже потом не так-то легко из головы выйдет. А так, если потом не забудется все. Так, вы сейчас, когда на кафедру подходите, мы там тогда распишем, мы скажем, что когда я очередной тренировок тоже принес.